Всем привет, с вами Антон 99, Жека 99 и Зак 11. И сейчас мы попытаемся напасть на гильдию, которая называется Неоген. Или Неоген. Ну все, давайте, пацаны, выкладывайте все вещи свои, да. Ну там, по мячу оставьте тогда. В свои комнаты. Выложитесь. Мне не хватает. Место уже. В сундуке в своем? Ага. Блин, сколько у меня деревянных топоров открылось? Ван. Так, ну факела я возьму на всякий случай. А так все, вот я с алмазным мечом в броне и со стаком факелов. Ну все, факела не берите, у меня они есть, давайте я вам дам чуть-чуть. Блин, мы потому что, наверное, нападать будем через этот... через ход, который мы с Кейном сделали. Угу. Блин, мне кто-то печатает. Подожди 5 секунд. Угу. Что там? Да, откатись. Блин, он мешает мне. Вали. Ну все, пацаны, пошли, да? Женек, на еще факелов. Да, там, я знаю, мы пропалили с Кейном, где их база. Спаун, знаете команду, да? Да. Вот прописывайте ее. Она вообще рядом со спауном. Кстати, спаун мы обновили с Сундрасилом. Пошли. Что ты говоришь? Я знаю, тут у тебя столько много топоров деревянных. А, да. Наверное, да. О. Песочек. Сейчас мы будем идти тут до посинения. Ничего себе. У меня так лагнуло, я... Вот так вот. Ты чё? Конечно, делай так быстрее. Ну так, да, так реально быстрее. Ну побереги жизнь, она нам еще нужна. Пошли вот во вход, в общем, смотрите, через реку. Так. Это, конечно, не совсем честно нападать на одного втроем. Его проблемы. Ну да. Так, там кто-то вон чувака построил. Вот, видите, там, где факела, видите, нет факела. Да. Блин, что за звук? Вот там вот у нас помечено все. Я туман не отключил, у меня туман вокруг, я ничего не вижу. Да? У нас нет тумана. Я его не отключу, я же обновил Майнкрафт. Я сейчас... сейчас включу. Так, и вот, блин. Так, вот где-то здесь, знаете? Где-то... Сейчас. Нет, у меня тумана. Фак. Роем, короче, вот где-то здесь. Во, все, молодцы, нашли. Землей теперь. А нет, это не то. Это кто-то другой копал. Да, это кто-то другой копал. Не, это не то, не то. Сейчас. Так, где же он, а? Я вижу кого-то. Кого? Не показалось, или я видел? Да-да-да, да блин, давайте зарываем быстрее. Кто пропалит еще. Вот где-то он здесь, вот, я помню, вот. Вот факел. Ну не, вот на этой территории он, короче. Вот это точно. Надо просто копнуть как-нибудь так хорошо. Вот он, все нашел, нашел. Вот он, давайте. Ныряйте. Да. Вот. Все, молодцы. Все, пошли. Это специально, да? Да. Это мы копали. Тут в печке, но правда ничего нету. Временная база, да? Вон я вижу. Тихо, 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 тихо. Да, он не палит, не палит. Он в другой комнате вроде, нет? Я думаю, шифт даже найти лучше. Ну, короче, один блок, и у них там мы увидим их базу. Сейчас давайте он отойдет куда-нибудь, подождем пока, да? Там территория заблокирована, да?
Ну я-то админ, я-то все смогу. Забани его. Фак, он реально терет. Сейчас. Буппас, да? Да. Я включил для себя режим администратора, и теперь я могу строить и разрушать везде. Класс. И для меня включили. Так. Он не в этой комнате. Так, что-то, тихо. Чего ты не мог сломать? Че, давайте. Выходите, выходите, не толпите. Я возьму. Отойдите туда. Ну, вниз отойдите, да. Фак! Вниз, вниз, быстрее, быстрее. Все, тихо, бежим. Бежим отсюда. Все, вот 30 блоков отойдем, shift можно зайти, он нас не увидит. Да. Кстати, под нами вода. Это может затопить базу, да? Типа, аварийный выход. Так. Ну чё он там, всё? Пока. Я вижу его ник. Он бегает быстренько. Но он вроде не спалил. Да он давно нас спалил. Он внизу посмотрел и видел. Ну вон его ник. Он тоже shift держит. Давай, короче, взрываемся и мочим. Да. Прям тут вот рядом стоит. Че, я копаю? Копай. Блин, застрял. Давай, руки. Че, копать, да? Да, конечно. Танковая дивизия. Еще один бокс сломай, чтобы он вылезти смогли. Он не тут. Все, давайте быстрее и зарываем вот это. Все, он не пропалил даже. Все норм. Так, ждем его здесь, да? Так, сундук, че у него там? На, тут ничего полезного для нас вообще нет. Так. А вот дверь можете открыть, нет? Я. Так, да че он вообще слепой, что ли? Блин, давай сюда, да. Да он что говори? Все, пошли. Ничего. Это беспалевная база, да? Ага. Вообще, да, вот какая у нас, да? У нас тоже была такая база. Ну да. А, стреляет! Офигел! Я убил его. Ты что ли еще? Алмазная кирка. Это я ее забрал, все. Ой! Я внизу. Так, здесь в сундуке ничего нет. Вы в сундуке, если найдете, говорите мне. Он в хом прописал, короче. Прикиньте, если он ловушки тут сделал. Я не хочу умирать с алмазным мечом и с алмазным нагрудником. Алмазный бронь. Да, вообще пипец. С алмазным мечом. Где он? Я тебя хотел. Фак. Он железным мечом, кстати. А я... Че, иди сюда. Мне нужна алмазная бронька. О, блин, офигеть он тут сделал что. Так, копаем эту фигню и мочим. Давайте, листву, все вот это вот. Он меня бьет. Прыгайте вниз, короче, втроем на одного, чем не справимся. Блин, у меня две жизни. Мазафака, все. Е. Блин, я ничего не знал. Так, давайте сейчас. Блин, у кого штаны есть, человек? А ты кого тебе без штанов, да? Дайте мне штаны. Ну хотя бы ботиночки, чего у вас там? Че? Шлем дайте мне алмазный. Я вообще только кирку подобрал алмазный. Не, да этот мне не надо, у меня есть. Там был на груди. А, ну все, он мой. Все, спасибо за ботиночки. А, то что? Он мочит теперь. Чё, иди сюда. Да. О, сердечко, пацаны, помогайте. У меня два сердечка. Одно с половиной, то есть. Я вообще хавать хочу. Давайте все, короче, я в хом. Ой, блин. Мы ж... Короче, убегайте и прописывайте в хом. От него убегайте. Тут железным топором. Все, я дома. А нет. У меня новые вещи. Я с тобой. Дай мне ботиночки эти, ботинки. Кстати, F-Home можно даже без слэша, да, прописывать? Со слэшем. Нет, я без слэша вот написал. Блин, дай мне ботиночки. Дай мне ботиночки. Мне не хватает.
Я нашел его вещи. Сейчас вот так. Еда, блин, где еда? Блин, золотых яблочек бы, да? На, мне уже не надо, у меня уже полный. Хавка там есть в сундуке, где еда написана. Там вот я пишу, зачаровал. Кстати, так. У меня 41 уровень. Да? Ага. Откуда? Я еще тогда, как, я же ни разу не умирал, когда в этой играл. Ага. Я тоже ни разу, у меня 10-й. У меня 11-й. Ну пошлите в шахту, что ли. У меня есть? Алмазная кирка есть. Стол зачарования где тут поблизости. Надо, кстати, сделать стол зачарования. Обсидиан надо, да? Пошлите его, отсходим. Кто-нибудь один без доспехов? Не, я так не могу. Ну ладно. Зак, вот у тебя вообще все алмазное почти, кроме ботиночек. Ну я говорю, дайте кто-нибудь ботинки. У меня еще что-то не будет. А, Жека, ты что в железный переоделся? А мало ли. Ну не знаю. Эй, где мой железный? Так. Кирку я возьму. Ух ты, ни хрена, откуда стрел так много. Ну, кстати, уже стрелы. О, кстати, я возьму лук из 64 стрелы. Я вообще поначалу хотел быть лучником. 50. Надо Цик. Посадить, что я пойду. А я пойду в ад. Если кто-нибудь идет. Не, в ад это можно к врагам сходить. У них есть этот портал. Ну, я в натуре че. Только я забыл, в какую сторону. Зачем вы такую лестницу сделали? Я попробую пока. Все, диверсант, диверсант. Так, а вы где, на базе на их, да? Да, я гуляю. Стрелами. Я все, я диверсант. Ну, работает там мужик этот. Все, иду на их базу сейчас. Я уже близко. Я ему все подъеду, все подкаю. Блин, где портал лад? Сейчас я вам покажу, подождите, вы где? Вы на базе? А, ну, горит, он горит. Вы опять его мочите? Да. Я с огненными стрелами и без... А, мне даже стрелы не нужны. Так. Где все алмазы? Нет. Он сейчас мою броньку может сорвать. Блин. Мэр не огра. Пацаны, где алмазы? Блин. Блин. Так, вы где? Вы где? Я дома. О, Зак, ты что делаешь? Катулю его. У него алмазный меч опять уже. Сейчас еще заберем один. Так, пошлите в этот. Вот. Иди пока, я пока. Ну-ка, а стрелы потушатся и через воду сюда летят? Нет, не тушатся. Нет, чай, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ладно, типа стрелы закончились, типа стрелы закончились. Всё! Он вышел. Всё. Я где-то слёмку. Ну всё, пошли, вот. А где? Вот. А зачем мы туда идем-то, кстати? Че нам там нужно-то? А, обсидиан же нам нужен, да? Так давайте. У меня есть алмазная кирка. Ад переделаешь. Так, я сейчас пойду пострелю. Ну я в аду, допустим, вы где? Я сейчас дома. Блин, тут страшно, слушай. Слушай, что я. Пацаны, ты пошлите меня, вы сейчас увидите, что я нашел. Чё ты нашел? Чё ты нашел, Джек? О, теперь всё вижу вокруг. Короче, Зак, давай ты... Оба! Это где? О, я вижу, кто-то в аду огромный дом построил. А, нет, это! Это ты построил, да? Женя, ты чё, против телепортацию? Тихо, вот это я сейчас заберу, это очень красивая вещь. Блин, ну как сюда спуститься? Не хочу я прыгать.
Ну, хоть. Ладно, так. А, я умер в аду. Ё-моё, нельзя подыхать. У нас силы мало. А, нет, 53, все норм. Вздыхайте сколько хотите. Слушай, Жека, ты где? Я пошел обратно в ад. Там мой зачарованный лук, я его не отдам никому. Я тут нашел портал в ад, ну вот просто так. Это никто его не строил. Я его разломаю, да? Пишите мне, пожалуйста. Я хочу обратно в ад попасть быстренько. Ладно. Они будут по-любому появляться. Вы тогда в ад идите, да, я обсидиан сломаю. Опа, смотри куда. Антон, смотри на меня. Антон, я тут. Офигеть, ты где зачаровал? Я нашел. Где? Я какой-то, ну, под деревом дырку нашел, там, короче, офигеть, алмазов сколько было. И железо. Там, стак железных блоков. Стак алмазных блоков. Я тебе потом место покажу, короче. Пошли, сейчас покажешь. Тебе это кто-то нычек тут понаделал себе? Айда домой тогда, ты пышешься. Все, F home, да? Ну все, я дома. Пошли домой, ты где? Я хочу свой обратный лук. А-а-а! Это у кого-то. Так, Жека, стой. Иди. Все, гол. А вон. Ладно, была не была. Не, а кто нычки-то делал? Я вообще понять не могу. Не знаю. Вот, наверное, туда ходит, а кто ты делал? Я пока ни одну не нашел. Я вот нашел. Там, короче, есть, я выжил. Слушай, Антон. А, ну в эту сторону я знаю только то, что там хорошие пещеры есть. Там подземка, короче, сделана, знаешь, как? Ну, а долго еще идти? Нет, там изумруды, короче, сделаны, и а снизу еще это золотые. А, нет. Вроде железные, да. Сейчас посмотрим. Сейчас хотел вот это все разобрать. Так, это мы вот здесь вот хотели сначала базу построить первоначально вот здесь. Вот дырка. Оба. Офигеть. ТНТ. Да, короче, там кто-то под наш дом хотел уже взорвать его. Кто? А ты уверен, что под наш дом? А, меня свинозомби чекнули. Слушай, где алмазы-то? Опять убили. Я забрал уже, я тебе дам дома. А, ну ладно. Слышь, Жека, а ты алмазы-то где нашел? Ну, там же говорю, в этой штуке. Тут капец нычка, тут капец нычка. Смотри, какая нычка тут. А. Это моя, я тебя сейчас убью. Смотри, какая нычка. Я нашел нычку. Жека, у тебя остались алмазы-то еще? Отдай, слышь, отдай. Давай. Он все мои вещи забрал. Не все. Вот это я оставляю. А это что за нычка? Это вообще... Че за нафиг? Откуда, блин? От тех ящиков. Да, Женя, это нечестно, все. Я сейчас это выкину все. Это очень нечестно. Ну я это нашел. Не надо. Эй, еда моя, не убирай. Да я только алмазы. А, ну ладно. Это мы все, мы точно выиграли. Так, а где? Во, у нас теперь золотые яблоки есть. На защите, снаряды. Беги, стреляй-ка. Так. Нет, жвет забрал. Он говорил, есть еще. Блин, нужно еще чтобы кто-нибудь гелик создавал у людей. Это так неинтересно. Один, трое на одного реально. Да у них там много людей реально. О, просто не хотят. Ё-моё. Чё ты?
Да тут беги, стреляйка, нашел этот. Это какой? 12-й уровень. Этот. Алмазовый. Мой 40-й уровень. Я пошел тут же начать. Капец, вот такая шахта он нашел. Пацаны, куда поставить наковальню? Я там сам шахту копал, показать где? Сейчас, давай, я дома. Я наковальню. Что-то у меня лаги. Выходи уже из дома, я покажу, где я сам копал. И наткнулся на нижнюю шахту. Блин, уже вечер. Ты чё, все доспехи... Ты сдох, что ли? Да. А, жалко. У тебя же там все алмазное было почти, да, кроме ботинок? Нет, я алмазное выложил. У меня, короче, пигмены. Я не трогал никого, ни одного пигмена. Просто одного скинул вниз. Так вот кинул. И все как на меня. Тут они знали, что я скинул. Блин. Нифига себе, что это было? Крипер. Взорвался. Случайно. Так, где? А вот два. Это да? Угу. В ту сторону не иди, не иди в ту сторону, не иди. А, да-да-да, в эту сторону. Нифига себе. Там еще вторая с другой стороны есть. Это ты все один, что ли? Да. О, так там... ты че железку пропустил? А там было железо? Да. Вот я его попаешь. А, я в ту сторону не ходил, я вниз ходил. А. Это вверх, там ничего не стоит. Блин, это 43-й уровень, все. Жаль. Блин. О, шахта? Да, я говорю, я на нее наткнулся, и здесь железо понаходил много. Его зубито. О, сейчас к нам присоединится Кейн. Сейчас, подождите. Итак, все, мы продолжаем. К нам сейчас присоединился Никита, Кайн. И Кейн, то есть. Мы не в ту сторону пошли. Это с путем. Это замкнутая шахта наверх. Да давайте здесь покопаем, да и все что. Это 14-й уровень алмазный. Алмазный. Да блин. Хотя я сейчас... Так, некий час. Пропиши в хом, да? Слышь? Да, сейчас, погоди. Вот правильный путь, я хотел показать. Выходите, вот правильный путь. Сейчас, шахты. Подожди. Я некий там вещи. Там алмазы. Да, сколько? Только я дома. Я не знаю, ага, она под... Так вот, я тут. Вот один, ну, видишь, вот в сундуке 11 алмазов, они твои, сделай там себе алмазную кирку. Ох, ни хрена себе, ладно. Ну, дерево там есть. Вот в этом сундуке ресурс, где дерево. О, вы уже эту наковальню сделали. Угу. Ну и все, скажешь, когда тебе тпшить, да? Ну, да. Когда ты все сделаешь, в шахту пойдем. Да, да. Я убежал, да? Упал прям в дырку, которую я... А, тихо-тихо, вы чё, в лайв тут? Ё-моё, я чуть не упал. Смотри, там алмазы есть. Да. Давай их соберем. Ща, подожди, у меня вышло. Сейчас. О, алмазы, 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 алмазы. А, да, они давно там уже, Жень. А, вы тоже? Же. Блин, спаси меня. Алмазик. У меня два алмазика, у меня два алмазика. Да мы их все равно потом поделим что-то. Ух ты. Так, извините, у меня вылетело, все, мы продолжаем. Ты алмазы уже срубил, да? Да. Ага. Я сейчас я буду полный алмазный с этого. Я уже почти, кроме ботинок. Да блин. Да блин, да сколько вас тут? Ого, сколько мобов. А, нет. О, я дома. Надо спринти бежать, подпрыгивать. Вы что, в шахту больше не хотите? Это кто? Это за мной? Антоша, я в креативе. Да? Ну, отключи. Угу. Все вещи его удали, а то я все вещи выкинул. Так, тихо все. Так. Ну, я предлагаю покопать вот здесь вот где-нибудь. Так, я жрачки буду брать или не надо? Не стоит. Да, а давай, возьми, я жрать хочу, мне возьми. Окей, вот я 25 взял. Тебе. Mm-hmm. Ну все, я тебя тпшу, да? Да, тпхай. Так, что же мне сделать надо? Дай пойти. Где у нас печка, пацаны? А, точно. Так, все. Некит, вот я. Видишь? Угу. Дай фоб.
так железо. Так. Ну пошлите вот так вот еще поищем, да, железка хотя бы. Ой. Вы что, алманы начали, а? Да, в принципе, нам железо уже не нужно, да. Дай мне некий ты, кстати. На. Ага, спасибо. Достаточно? Да, все, спасибо. Так вы мне не ответили на мой вопрос, где мои печки? Печки? А-а-а, это я снес. Ну, честно, да, ты меня. Я их снес, потому что комнаты одинаковые должны быть. Да. Я единоличный человек. Я даже пол переделал под себя. Блин. Я случайно руду железную поставил. Он одинаковый. Так. Факела есть, Никит? Один. Жаль, заканчивается. Чё, я тогда сейчас пропишу. Домой скажи, и ты потом тпш. Ага. Так, чё? Меня тпш. Ладно. Антон? Ау. Я взял. А, стоп, погодь, погодь, сейчас на всякий два стака возьму. Поехали. А, да, это я там факелов, сука. Давай, давай. ТП. ТП-шка мне пошла. Все, я все... Че? Кого ты пошлись? Я просто... Антон, стак. А? Ага. Антон, стак, держи. Все, спасибо. Хавка, хавка, хавка. Еда. Так, ну все тогда, давайте, да. Пещерку. Блин, мы... А, во-во, самый низ. Блин, осторожно. Блин, а. Так, 16 уровень, тоже алмазный. Ну, тут железо. Я один, как единоличник. О, блин. Ватла. Так, 53 факи. Блин, 20 уровень уже не алмаз. Скелет. Ой, блин, тут столько мобов, некий. Ну, я иду. Сейчас, подождите. Спасибо, Жека. Так, все, мы продолжаем. Так. Меня тут, кстати, слышь, некий, я тут лаву нашел. Фух. Меня тут слышит Луис. Ага. Ух ты, я видел лаву. Под низом, прям под нами. Падай на нее. Падай на лаву. Давайте покопаем до лавы чуть-чуть. Окей. Вдруг алмазики. Кстати, сделайте кто-нибудь зачаровальный стол. Обсидиан дайте. И алмазы. Так, обсидиан нужен. Алмазы есть у кого-нибудь? У меня три. Я А, у меня уже два алмаза есть. У меня два алмаза есть. Так. Как раз, ну, как раз. Угу. Ай, лаги. Фак. Что такое? Я сейчас сдохну. Ну тоже не надо. Ух, нафиг. Ой, еще тут. Слышь, Зак тебя спрашивает, беги стреляй, где портал у вас. Так. Ой. Я еще лаву нашел. Пошлите в нашу шахту, кстати, которая в дом. В дома. Это же дома, я. О, золото. Там дом, о, кстати. Лоба, тебе кораблю, золотая коробка. Помнишь, Никита, мы копали-то вчера шахту с тобой? Ну, туда? Пошли в нее, ну. Я уже там. Где? Блин, я вылетел. Я уже в этой шахте. Не, в какой-то шахте. Ну, которая в доме. Или ты про другую, где этих? Где мы вот столько рыли-то, помнишь? Вот она. Стоп. Кого за липаня клавиш? Это что ли, рядом с врагами, что ли? Нет. Это дома наш. Ну вот. Это в нашем доме шахта. Мы вчера с тобой копали. Да, все, я уже сосал что-то.
И... Он еще золото. Так. Так, не спи. Блин, надо зачаровать, короче, да. Так, дурак, что ли, мешает мне тут. Вышибись, у меня опять труды. Это я нашел Ланса, где победил. Вы не можете нам купить Джека. Короче, кто сделает этот стол зачарований? Если дадите обсидиан, я сделаю. У меня как раз есть алмазы, давай сделаем. А сколько там обсидиана-то надо? Обсидиана 5. Блин. Я в лаву. Кину кто-то в лаву. Нет, нахрен редстоун не нужно. Как мне какие-то обсидиан будем добывать, а? Пошли с водой зальем лаву. Точнее, нет. Лучше лаву водой залить. Опять я лаву нашел. Так, ну давай вот, Джека, стой там у лавы, да? А мы сейчас ведра принесем. Только у нас их нет. Ну так пошли сделаем. Антон, ну все, тогда и в хом прописывай, некий, что идти-то. Антон. А? Помнишь ключ, который тебе показал-то? Ну? Там вроде есть ведро лавы там осталось. Так. Да ладно, мы сейчас сами сделаем что. Это сейчас будем делать, короче. Да я уж сделал почти что. Антон, мне стоит делать или не надо? Не, я уже все сделал. Окей, тогда не буду. Че, сколько тогда? 3 ведра я сделаю, да? Так еще нужно для воды, чтобы. 6 сделай. Блин, железа нет. Нет? Так вот у меня есть, давай. Ну, давай, вот. Ну ты делай, короче, тоже. Окей. Ты 3 сделай, я 3 сделаю. Да, давай. Так, все. Какой чувак? Кундрасил, это что? А, это. Из их не команды, что ли? Это твои кирпичи? Да. Какие кирпичи? Ну ладно, пошли, некит. Все, идем. Зачем мне твои кирпичи, Грёв? Так, а, к Жеке тпшимся, да? Да. Подожди, а воду-то давай наберем. Ой, блин, точно пошли. Из нашего тогда пруда, да? Угу, сейчас покой. Лава у нас. Блин, не-не-не, не надо. Да пошли с какой-нибудь вон, с какой-нибудь жопы выберемся. А, у нас теперь хреново все. Вон, пошли, Антон, сюда. Сейчас, подожди. Все. Ну, блин. Сейчас, извините, что читерим. Ну ладно, потом. Прям на ламу. Все, да? Я набрал это 3 ведра с водой. Сейчас я одно пока тоже. Сейчас так. Жека, ты там стоишь у лавы? Да-да. Сейчас подожди. Так. Все, я тут. Антон, ты меня что-то пыхал? Да. Всё. Короче, где лава? Вот, все. В принципе, нам не надо было... Так, это что? Это кто? В принципе, нам не надо было делать так много ядер. Да, ненавижу. Вот. Так, ну все, давайте рычу. Надо воду убрать вначале. Вот, давай здесь, Антон. Угу. А там нет этого случайно лавы? Вот да, вот там лава, все. Прикиньте, что бы сейчас было, да? Давай ее заделывать. Ну блин, тупая лава. А, все, вот так сейчас сделаем, все зашибись будет. Все, поехали. Давайте копаем. Сколько нам надо? 5. Угу. А-а-а.
Капец. А, твою мать, там лава. Антон, будь аккуратен, я сейчас тут с лавой работать буду. Все, я 3 почти добыл. Ну, сейчас еще вот. У тебя 3, да? Да. Сколько еще надо? Еще 2. Не, так все уже добывают. Все равно, чем больше обсидиана, тем круче. Знаешь, что надо? Че? Короче, 4 обсидиана, 2 алмаза и 1 книга. Ну все, у меня есть 4 обсидиана. Да? А, я 5 сказал. Ну ладно, все нормально. Так, кому, кто будет делать-то? Зак, да? Жека, может, ты сделаешь, да? На, Жека, обсидиан. Так, ну что делаем? Подожди. F-Home? Ага. Есть кожа? Или алму поищем. А может, домой? Давай, да. Убрал это. Прикиньте, F-Home без слэша реально можно прописывать. Да. Я умажу, так. Если что, у нас есть 3 ведра с водой. А. Ты, кстати, тогда мои вещи забрал, ты мои алмаз забрал 36 штук. Антон, у нас 6. 36? Ну, только для 30-х. Ты забрал алмазы. У меня нет алмазов. Порох. Еще один алмаз, нет колонии. Кстати, сколько пороха. Так, блин, пипец у нас много всего. Книги и алмазы одного. Антон, 5 пороха есть у нас. Угу. Ты НДР можешь сделать. Так. Антон, помнишь тот коварный план, который мы вчера с тобой замышляли? Ну? Ты собираешься это делать? А, видишь, нет сейчас игроков уже. Мы уже на разведку ходили. Так тут еще один обсидиан есть. Так, где же? Как один алмаз и одна книга. Так, ну ладно, все, всем спасибо за просмотр. С вами были Антон 99, Кейн, Зак 11 и Жека 99. Ждите вторую часть. До свидания.